здоровья, друзья! С наступающим вас Рождеством! И в преддверии Рождества хочу показать вам добрый поступок. А будет ли он добрым дальше, это зависит от нас с вами. Малышку мужчина, что нашел ее на дороге, назвал Альма. И это имя я хочу оставить. Он проезжал несколько раз по этой трассе и видел все время этого ребенка, который выходил и понуро стоял и смотрел. Иногда он видел, как она ест какие-то кусочки, что ей бросали. И однажды он остановился и накормил ее сам. А потом приехал второй и третий раз специально для того, чтобы покормить. Малышка очень быстро узнавала его и бежала. Ребят, удивительно то, что, как он сказал, в третий раз, когда он положил ей еду и собрался уезжать, ребенок просто перегородил ему дороги. Она стала перед машиной и не сходила с места. Как сказал мужчина, у него слезы на глаза навернулись, он открыл дверь и сказал: «Запрыгивай». И собака запрыгнула. Пока он ехал, он позвонил мне. Мы давно дружим. И хотя он прекрасно знал, что у нас, ну, тяжело в приюте, он несколько раз извинился и попросил прощения за то, что вынужден обратиться ко мне. Я сказала: «Привози». Ребят, Руслан, так зовут мужчину, привез малышку. А когда мы ее взяли и понесли, он расплакался. Сильный, волевой, здоровый мужчина. Не мог держать слез. И сказал, что от облегчения, что ребенок будет защищен, и что он благодарен нам и остается нашим другом навсегда. Такие трогательные истории, ребята, они происходят очень часто в нашем приюте. Потому что, видя глаза, голодные глаза бездомного зверя, уверена, многие из вас не смогли бы сдержать слезы. Сейчас Альма у нас в приюте. Она потихонечку поправляется. Ей сделали первую прививку. И я очень надеюсь, друзья, что малышка-подросток, ей примерно 8-10 месяцев, не больше. Даже я могу ошибаться, может быть, и 7-8. Главное не в этом. Главное то, что она очень доверчиво смотрит вам в глаза и очень просит, чтобы ее погладили. Мои хорошие, таких как Альма сотни, тысячи на дорогах нашей России. И если вы, проезжая мимо, увидите на обочине бездомного зверя, если у вас в бардачке или рядом просто случайно оказался кусочек хлеба, не пожалейте времени, остановитесь и поделитесь этим кусочком с бездомным, с голодным, с замерзшим зверем. А если в вашем сердце хватит сострадания и милосердия, то заберите его с собой. Я всем сердцем в канун Рождества желаю вам милосердия, Божьего сострадания, Божьей защиты и доброты. Мы люди. Такими нас создал Бог. Не злыми, а именно добрыми и милосердными. Храни вас Бог, мои дорогие. Добра вам, вам, вашим детям, всей семье и всему миру. Помоги нам, Бог, пережить это тяжелое время.